Добрый день! У нас снова новинка от компании Hikvision, и на этот раз это Fisheye IP камера. Она умеет вести видеопоток с максимальным разрешением 3 мегапикселя 2048 на 1536 пикселей в реальном времени, с углом обзора в 180 градусов. Для съемки в темное время суток камера оборудована ИК-подсветкой с дальностью действия до 8 метров. На борту имеется широкий динамический диапазон 120 дБ, антитуман и, как и положено, цифровое шумоподавление. Также имеются детекторы категории Smart. Это детектор звука, обнаружение вторжения в заданную область, детектор пересечения виртуальной линии. Для удобства наблюдения за объектом камера имеет функцию отображения видео без геометрических искажений. DVARP тут программный. Благодаря этому доступно 8 вариантов отображения картинки. Есть как различные панорамы, так и каналы с обзорной камерой, на которой настраивается угол обзора канала. Присутствует возможность цифрового увеличения. Максимальное количество отображаемых каналов – 8. Камера поддерживает два кодека сжатия H264 и H265 с фирменной функцией H264+, и H265+, помогающей снижать битрейт без потери качества картинки. В числе интерфейсов модели сетевой разъем RG45 поддерживается технологией питания PoE, двусторонний аудиоканал, тревожный вход и выход и гнездо для подключения блока питания на 12 вольт. Имеется слот для карты памяти microSD, поддерживается объем до 128 гигабайт. Ко всем сетевым камерам Hikvision, в том числе 2935, приобретенным в офисах компании DSSL или у партнеров компании, в подарок прилагается профессиональное программное обеспечение Trasir. Более подробная информация о камере, о ее стоимости и наличии на нашем сайте. Заходите по ссылке. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание и до скорых встреч!